Мимо кафе, и сейчас уже начался летний сезон, и давайте приготовим с вами айс-латте. Для этого нам понадобится шейкер, лед, молоко и эспрессо. Всем советую, кто берет айс-латте, брать с сиропом, потому что вкуснее с сиропом. Хотя вот я сама, когда пью обычный латте или капучино, я никогда не добавляю ни сахар, ни сироп. Но вот в холодном варианте мне больше нравится, когда будет с сиропчиком. Добавляем льда. Наливаем молоко. Трещит лед. Холодненький. Как раз самое оно в такую жару. У нас вчера было 37 градусов. Представьте, самый жаркий день за последние 140 лет. На весу, но на весу неудобно. Берем сиропчик. Сегодня у нас будет вишневый айс-латте. Так, хорошенечко, чтобы окрасился. И ставим шейкер. Делаем эспрессо. Идем сюда. Делаем эспрессо, как обычно. Темперуем и ставим его сюда. В эспрессо. Тем временем можем взять и разрисовать красивенько наш стаканчик. Берем топпинг и просто вот так вот поливаем его. Стаканчик, делая такой рисуночек. Ставим его сюда. И у нас уже сбилось молоко с сиропом. Мы просто его снимаем. Вот оно сбилось в такую глянцевую, красивую, просто нереально красивую пену. Даже иногда на стимере сложнее взбить так молоко, чем когда оно взбивается на молоках. Тоже есть такой вариант, как фраппе. Фраппе делается чуть-чуть по-другому, и вот с чем можно сравнить. Смотрите, какой он красивый. Он просто нереально красивый. Вот. Делаем так. Одеваем на него крышечку купольную. Надели крышечку. И вливаем уже в крышечку вот так вот эспрессо. Это просто красотища. Берем трубочку, вставляем. Смотрите, как он выглядит. Вот так вот расслаивается слегка молоко. Тут у нас кофейный вкус. Здесь у нас идет вишневый такой. Просто огонь. Потом в следующем видео я покажу вам, как делается фраппе. Там есть небольшие нюансы. Вкус меняется тоже кардинально. Вот это вот айс-латте. Холодное латте. Освежайтесь холодным айс-латте. Можно сделать, если у вас шейкер есть дома, то можно сделать это и в домашних условиях. Теперь вы знаете, как взбиваем молоко со льдом, добавляем туда сиропа, берем, покупаем пластиковый стаканчик вот такой, именно купольный, и рисуем им топпингом, добавляем туда сиропчика, эспрессо, и все, вуаля, айс-латте готов! Увидимся с вами на канале в следующем видео и ставьте, пожалуйста, лайк. Ну или если вам не понравилось, не ставьте лайк, но лучше ставьте. Я пью айс-латте, вот понимаю, айс это с английского лед и латте это с итальянского молоко. Но почему смешали два языка айс-латте? Почему тут не написано кофе? Почему не айс-кофе? Ну вот,
Есть какие-то догадки? Напишите в комментариях, как вы думаете, почему айс латте? Ну, очень странно, да. Ну и в Америке же называют айс латте. Ну, и у нас называют. Ну, в общем, пишите.